Всем привет, друзья! Ну что ж, дождались мы опороса Машки. Она лежит. Вела сегодня себя не совсем стандартно и адекватно, но ничего не ломала. Поэтому, возможно, опорос и не сегодня. Выделения есть небольшие сосков, но это еще не молоко. Поэтому не знаю. Выступает по чуть-чуть, но скажу так. В первом опоросе у него молоко пошло за трое суток до опороса. Поэтому сейчас не знаю. Хотя она ничего не поела ни с утра, повыгребали, ни вечером. Молока нет. Поросята скачут. Скачут. Выделений нет, поэтому не знаю. Ну, не считать, что опорос начался. Продолжим, когда продолжится. Минус в том, что мне завтра на 6:45 на сутки. Надеюсь, если не сегодня, то лучше послезавтра. Ну вот так. Перегнали их, поменяли местами. Боню, которая была с детворой здесь, стала здесь. Ну а Машка тут с лампой и с маточником. Снял там двери. Вот так. Все, ребят, ждем опороса. Место себе не находит, устанет, уляжет. Скорее всего, вспышку включить, опорос будет. Но это не точно. Да, Маша? Начала уже маточник ломать, он немного доски вырвала. Как-то так. Неспокойно себя сейчас ведет. На меня не кидается, все нормально, но... Место себе не найдет. То есть то встанет, то ляжет. Да, Маш, начинается. Машун. Ну, вот такие дела, ребят, ждем. Вот так вот мостится нам. Не так, не так, да. Ждем, ребят, ждем. Итак, друзья, вот такой результат. Опорос Машки закончен. Дождался я до 5 утра. Мне на 6:45 на сутки было, опороса не было. То есть молоко появлялось, но опороса не было. Пришлось мне уехать. Уехал. И уже где-то начало у нас 11 дня пороситься. Поросилась сама, можно сказать, без такой какой-то сверхпомощи. Ну, я в ней не сомневался. Мне понравился ее опорос. Вот, синхронно кормят. Уложили и Боню. Вот такое количество. По количеству, насколько я правильно считали, то 14. Это нормально. У нее 16 сосков, поэтому, ну, 14 поросят она спокойно потянет. Сколько беленьких, сколько черненьких я не считал, но в прошлый раз было, по-моему, пополам. Ну, этот раз я тоже смотрю где-то пополам. Так что вот такие дела. Поросилась, грубо говоря, сутки уже как. И через дня 3-4 приеду, проколю железо. Сегодня не колол. Ну не нойте. Надо уже сколоть, потому что дерутся, вон мордочки уже покусанные. Да, бутузики. Родились крупнее, чем у Бони.
что все нормально. Пуповинки уже поподсыхали. Аппарат принимал папа. Ну, все нормально. Она спокойная, она на него не кидалась. Это Боня еще огрызалась, а это спокойная девочка. Окситоцин не кололи, молоко у нее есть. Свинка молочная, свинка хорошая. Так что, такие, ребят, дела. Не получилось заснять самопорос, ну ничего страшного. Хорошо, что все так прошло. Я доволен результатом. Ты за нее, в принципе, не сильно-то и переживал. Да, Машунка? Молодец, молодец. Уже сходила она по-большому, так что вообще все, все прекрасно. Легла немножко неудобно, то есть накрыта спиной. Это тоже не страшно. Главное, выворачивается, поросят до нижнего ряда достают. Так что все хорошо. Только что их покормила, это не уже так. Остатки, да, доедают. Сколько беленьких? Раз, два, три, четыре. 5, 6, 6 вроде бы насчитал, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а 7, если всего 14, то ровно пополам. В прошлый раз тоже было ровно пополам. Сейчас буду ловить их, наверное, по 7 штук буду ловить и относить. Скусывать зубки. Лучше это, конечно, делать сразу после опороса. Так они еще не такие активные. Ну, ничего страшного. Как есть, так и есть. Это не смертельно, просто они будут более пручаться и кричать. Я их ловлю, отношу в летнюю кухню, чтобы свинка этого не слышала крика. Чтобы ее не смущать. Так что, ребят, такие дела. Опорос у Машки мозг закончен. Вышло два места. Ну, в общем, все как надо. Все прошло идеально. Вот, видите, кричит не ее поросенок, а она выезжает. Маша, кто не твой поросенок? Боня. Корми поросят, не уделайся. Тоже такие булочки. Хорошенькие. Ну что, ребята, вот такие вот дела. Все хорошо. Я доволен. Вовремя успели и поменять их местами свинок. Поросята уже сообразили за сутки, где тепло, то есть лезут под лампу. Хотя в сарай, опять же, не холодно, топится буржуйка. Там стоит. Ну и на улице сейчас тепло. Порядок. Ой, тю-тю-тю, беленький какой, поросеночек пузатенький, иди беги. Ну все, ребят, выхожу. С опоросами пока справились.
На категории в сарае даже мухи попросыпались. Надо от мух будет купить. Прилепить хоть пару липучек. Мух немного, но у него парочку вижу. Это нехорошо. Так, ну все, ребят. Все. Порос у Машки, прошел идеально. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.